Артист с большой буквы. Сегодня первоуральцы простились с ведущим актером театра «Вариант» Андреем Мурайкиным. Он ушел из жизни 11 января. Андрей Викторович посвятил служению театру почти 40 лет. По традиции, в последний путь его проводили аплодисментами. Аплодисменты не затихали несколько минут. С Андреем Мурайкиным пришли проститься десятки близких, друзей, коллег и поклонников. В театр «Вариант» Андрей Викторович пришел в 15 лет и посвятил ему всю оставшуюся жизнь. Актер занимался постановками боевых сцен, всегда поддерживал молодых артистов, вспоминают коллеги. Готовясь к спектаклям, он старался стать максимально похожим на персонажа. Месяцами изучал библиотечные архивы, сам делал реквизит и даже ковал мечи. 19 января Андрею Мурайкину исполнилось бы 55 лет. Ну вот ты когда смотришь фильм, ты проникаешься к персонажу. То же самое и здесь. Это было полное погружение, у Андрея было полное погружение. Он жил этим. Каждая его роль – это его жизнь. И можно сказать, что Андрей прожил очень много жизней. Если нужна была какая-то помощь, он всегда был в первых рядах. Если он чему-то хотел научиться, я хочу научиться, давайте учите, как маленький ребенок, короче говоря, у него не получается, он все равно старается.